значит, по госстройству, сейчас я перечню, какие у нас основные виды работ были выполнены. Платежерность благоустроена на территории 695 метров. В ходе реализации выполнены следующие виды работ. Устройство плиточного мощения 3290 квадратных метров. Устройство асфальтобетонного покрытия 2290 метров. Устройство зоны отдыха 110 квадратов. Ремонт площадок, остановки общественного транспорта, замена остановочных павильонов 1 штука. Установок новых скамеек 9 штук, стульев 5 штук, струн 22 штуки. Малой архитектурной формы шишка и стали корнет. Устройство световых столбов парк Зеленой Рощи 3 штуки. Замена устройства нового уличного освещения. Паркового 43 светильника, магистрального 36 светильника. Итого 79 светильников. Замена устройства новых опоросмещения. Магистральных 8-метровых 36 штук, парковых 5-метровых 18 штук. Высадка ног из деревьев 117 штук. Ель, сосна, ранетка, береза. Исключили 7 вязей. Кустальников 1021 штука. Барбазил, зелень, сидеть, смородина. Исключили 6 штук смородины в связи с просьбой экологического совета и активных жителей города не вырубать пленку. То есть заменили. Общая протяженность участка 695 метров. Данный участок тротуара является прочной неотъемлемой связью для нескольких ранее благоустроенных общественных территорий, которые уже стали знаком для жителей и жителей и гостей города, в том числе гостей, отдыхающих в краевом геронтологическом центре «Конус», такие как Березовая роща, территория памятника «Скорбящая мать» и аллея «Шахтерской славы». Пешеходный бульвар по улице Карла Маркса, парк Березовая роща, территория памятника «Скорбящая мать» и аллея «Шахтерской славы» образуют единую систему для отдыха и комфортного пребывания жителей и гостей города. А что здесь? Ну вот половина-то не сделана. Ну это вот поставь. Вот смотрите, вот допустим, как вот Алексей и вот Аня у меня, да, вот это. Вот смотрите, мы понимаем, мы где-то слышали, что где-то был, вот допустим, это, да, съезд. И мы идем по всей тротуар, и раз и отступились. И раз, и вам должны быть такими, и вас направить. Вот я сейчас не вижу. На вот этот съезд, где здесь тактильная плитка диагональная, указывающая направление, и прямая, которая указывает направление. Учтем все ваши замечания, если они объективные, это мы учтем. Прямая здесь не может быть уложена. Прямая здесь не может быть уложена, потому что здесь есть бордюр. Да, вот это вот место. А вот это что? Здесь вот. Здесь если была бы диагональная, я бы вот здесь упал и все. Вот смотрите, вот. Если была бы диагональная, она вот тут вот прямая вот так, то вот, видите. Если бы она вот так лежала. Плитка, я вот сюда пошел и упал. Если она поперечная, значит я вот остановился, я жду. И смотрю вокруг, куда мне идти. Там вот он бордюр идет. Ее невозможно рассмотреть. А там бордюр нет. Я обратила на два момента по доступной среде. Это район Школьная, Карла Маркса, перекресток, да, где на сам тротуар был сделан скользящий переход, но он был сделан наполовину дороги. И второй момент — это по пешеходному переходу спуск, он небезопасный. А в целом сама работа проделана, хорошая, большая работа проделана. Стоимость-то какая у них была? Ну я не помню, я же помню, откуда везли. Ну откуда везли-то, ну, как помню. Это у вас? Тут помню, тут не помню. Документы у вас должны быть. Ромашка. Помню, не помню. А вот такая у меня ромашка. Где? Предоставьте нам, сколько города обошлась, если это всех интересует. Все есть на сайте. Вы же до этого смотрели. А смета, она открыта, и никто не прячет. Я не помню стоимость. Нет, в смете. У вас там лавочки есть, урны того же производителя. А Костромы. Шишки нет? А шишки нет, да. Хорошо, зайдете на светильники. Нет, я не буду ходить, вы сейчас назовите цель. Я на память не помню, я вам еще раз говорю. Я не должна это помнить.
Почему должна каждую позицию посметь помнить о памяти? Каждая позиция, это особенная позиция. Ладно уже, говорить-то каждую позицию. Нет, меня интересует другой вопрос. Она устраивает наших жителей или нет? Вот именно вот эта композиция. Я же не придумала это тоже. Не нравится большинство, кто? Вот я здесь бываю очень часто, людям нравится. Ну кто не работал на заводах с металлов, те не понимают. А кто работал с металлом, те понимают, что это туфта. Это ландшафтники чего? Работали. Ну. Это же тоже композиция. Видите? Нет, у вас она в документах, она там зеленого цвета, красиво окрашенная. А здесь она обыкновенная. Я понимаю, я зашла, посмотрела, что да, это железо специально делают, чтобы она дальше как бы не ржавела. Смотрите, это же шишка. Чем она отличается? Я видела, эта шишка лежит в Германии, вот, в Воронеже, в Бельгии, в Воронеже, в Чебоксарах, в Москве, видите, в Искре. Да хоть где Искре, да, в Искре лежит. В Красноярске 3 штуки. Таких шишек? Ну только кто-то ее купил за 400 тысяч, а кто-то за 800. У нас сроки маленько есть и объективные, конечно, и субъективные причины. Сроки оттянулись. И поэтому прошу вас всех вот, с нашими оставшимися членами комиссии составить этот акт, подписать и протокол. И вот самое главное, что все те недостатки, которые есть, чтобы они были неотъемлемой частью нашего протокола, чтобы мы на следующий год те замечания, которые в нем будут отражены, чтобы мы могли устранить и вам показать, что мы устранили эти замечания. Ну то есть я правильно понимаю, работы принимаются с замечаниями? Да. Правильно?